законы запрещают. Вот против кого, про вот этих оборотней. Прокурорам непонятно, они даже к силу показать боятся, кто они на самом деле. И вот как сейчас говорят, они отстранены от дела. А сейчас про геноцид идет, давление оказывает на людей, которые защищали родину. Давление на громаду, которая пришла, которые вчера оставили оружие, пришли на дембель. Но нам, ребята, взяться за оружие. Это как два пальца об асфальт. Мы уже это дело пронюхали. Так что мы, брат на брата пойдем? Или этих прокуроров на чистую воду выведем? Они крышевали. Они торговали родиной. Они уже... Крышевали преступный бизнес. Ребята прекратили этот преступный бизнес, и они за это сидят? Полтора года сидят. Позор. Да вы каждый окажетесь на том месте. Я сказал, мне уже 63 прокурор. Года, мне плевать. Я видел уже, я воевал. Я знаю, что такое терять друзей. И хрен с ним, блядь, с моей жизнью. Но за вот этих ребят встанет Украина. Сейчас я... Шановні прокурори, у мене у вас питання. А чому ви нам вручили їм доступ? Я ж не знаю, а хто, це прокурор чи ні? Ви подивіться повномочить ви чоловіку, що ви вручаєте? Ви взагалі були отстранені волнувати. Ви заступник прокурора області? Ви заступник прокурора області? Покажіть свою особу. Будь ласка, покажіть пресі свої документи. Ні, ви скажіть. І чи маєте прокурор чи прокурор? Ви змовляєтесь чи ні? У вас немає належних повноважень. Цей прокурор відсторонений від ведення цієї справи. Хто ви? Я прокурор Вітчина. Так, подожди, ви заступник прокурора області? Ви заступник прокурора? Я вас питаю. Я вас питаю. Ви порушуєте зараз 480 статтю Кримінального процесуального кодексу України. Я є адвокатом. Адвокату клопотання вручається щонайменше заступником прокурора області. Ви є заступником? Надайте мені належні повноваження, я візьму. Ви не надали мені належних повноважень. Я не збираюся відмовляти. Мені байдуже до ваших матеріалів. Ні, я не відмовляюся. Під відеозапис мені прокурор відмовляється надати свої повноваження. Вони є в матеріалах, що вони мають право на... Мої так само. В чому проблема? Немає проблеми. Ганьба! 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 Мені вони предоставляли. Я по суду. Я вам не повинен... А зараз ви заповідаєте прокурора. Тоді ваше повноваження давайте мені. Матеріали кримінальні. І це матеріали кладіть тоді. Там є, так повинен. Я розумію. Особисто. Я розумію. Так, матеріали. Павло Константинович, прізвище Цвир. Він мені ударив по голові і на мене затиснув наручником на руку так, що ви бачите навіть на збройному полі, що там велика кількість синців та порізів. Я подавав, верніше, хотів, щоб мене запитали в якості потерпілого представників поліції, однак на жаль не встиг цього зробити, оскільки мене вивезли для делікатів. Тому і для цього я так сам прошу на розгляд перерву, щоб був викликаний патруль, щоб я зміг надати свідчення стосовно нанесення моєї телесних ушкоджень. Так, ну це питання вирішується. Станислав, скажите, пожалуйста, вот то, что происходит над вами, я так понимаю, вы тоже в правиле не признаете свою вину. Что, каким словом, да, как вы можете охарактеризовать этот процесс? Процесс – банальное судилище. Банальное судилище – свесить все незакрытые дела в Донецкой области на простых просто ребят-добровольцев, которые просто оказались не в том месте, не в то время. Ну, это банально. И настаивать на своем. Если 9 месяцев они нам доказывали, что я имею причастие к бандитизму, к убийству правоохранительного, сотрудника правоохранительного органа, только через 9 месяцев они сняли с меня эти обвинения, потому как все-таки довели, что я не виновен. А теперь заменили мне другие статьи, пытаются мне вменить все это. Ну, как бы вот так вот. Подскажите, в убийстве вас тоже обвиняли? Совершенно верно, обвиняли тоже. Сейчас так же. Сейчас обвиняют только одного человека. Совершенно в убийстве, верно. Да? Да, совершенно. А вас в чем тогда? В причастности к банде к этой, да? Нет, бандитизм с меня тоже сняли. Да. А сказали, что там сухпайки 45-го года вам принесли, да? А сегодня меня, кстати говоря, тоже не кормили. Ребята, может быть, что-то ели, но я, к сожалению, не пропустил этот момент. А суд выходной день, сегодня праздник, концерт.
Конституции. А это уже к суду задавать вопрос. Кстати, нет, вы адвокат, вот можете... Если на вчера они еще как-то пытались рассказывать там заседание, решение там, коллегии, судей, что-то еще, на вчера, то на сегодня, насколько я понимаю, никому повестки вообще не вручались. Ни потерпевшим, ни свидетелям, ни адвокатам. То есть сегодняшнее заседание знаем, получается, только мы, прокуратура и адвокат Погосян. Остальные участники процесса о сегодняшнем заседании не знают вообще. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас. Что тут, политвян? А можно вас немножко попросить вот сюда, до микрофона вас перед лицом? Да я нет. А что у нас так? Подскажите, пожалуйста, вот в чем вас обвиняют? В участии в банде, к примеру, инкриминируют мне там автоматы Калашникова, за которые люди уже осуждены, давным-давно их нет. Все. Вы признаете свою вину или нет? Нет. Не признаете? Полностью нет. Не признаете? Полностью. Как вообще вот мама, да, рассказывала, что плохие условия у вас содержания, да? Что, ну, это что СИЗО. Что вы можете подтвердить из этого? Ну, как вчера, допустим, вы себя чувствовали? Чувствовал себя плохо. И сейчас я на данный момент также себя чувствую плохо. Давление около 150 на 90 или на 100. Ну, а врачи в больнице что вам говорили? Врачи в больнице сказали гипертонический кризис, сделали 2 укола, а сегодня с утра нас выписали по-быстрому и сюда привезли. Все. Как вас зовут? Богдан. А фамилия? Сиденко. Хорошо, спасибо. Давайте я держу. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Серенкова Виктория Игоревна. Я жена подсудимого Серенкова Александра Сергеевича. Сегодня... приблизительно, ну, около 12, там, начало первого, на территории 9-й больницы Мариуполя. На меня напал, ну, как он потом представился уже после этого, что он начальник конвоя. И нанес мне телесные повреждения, вот, на одной руке и на второй руке. Он меня схватил, здесь перелом. Он меня схватил за руки и вот так вот швырнул. Не упала я на асфальт только по одной причине, что стояли сзади родители, я упала на них. Ну все, я зашла сразу в больницу, мне сделали 2 рентгена, там закрыл перелом, наложили гипс. Вы заявление писали? Да, я написала заявление, и все, сейчас я еду после суда на снятие побоев. Можно мы сейчас? Скажите, из-за чего конфликт произошел? Не просто же так он на вас накинулся? Конфликт произошел из-за того, что мы стояли, ждали, пока их выведут и посадят, привезут сюда, и хотели ехать за ним. Вывели первого Мартыненко с зала, с больницы, короче, с центрального входа. Мы стояли около своей машины и хотели уже грузиться, ехать следом. Они его загрузили и начали отъезжать. Резко останавливается машина, открываются задние двери, и он оттуда выпадает с рвотным рефлексом. Мы сразу же, естественно, подбежали и говорим: вы либо его в больницу назад возвращаете, либо давайте сюда скорую. Он его вот таким вот движением закидывает назад в конвойную машину, закрывает двери и сдает назад уезжать. Мы стали, ну, хотели перегородить, получается, чтобы машина не уехала, и на что на нас оказали, да, вот такое вот. Вы жена, правильно? Да. Как хорошо. Зовут еще раз, фамилия? Серенкова Виктория Игоревна. А вы откуда с ним? С Днепра. Это же человек, но вы с ним не интересно говорите. Покажите с ним.